Пацаны, всем привет, и это финал нашего пути владельца бара. Того самого пути, который я начал почти полтора года назад и без всякого доната прокачал свой аккаунт до одного из самых топовых на сервере. Бро, поставь, пожалуйста, лайк, если смотрел хотя бы одну серию этого пути. Посмотрим, сколько нас, и приятного просмотра. Ну что, ребят, как вы помните, в прошлой серии мы остановились на том, что после ночной работы на автобусе у меня было наличкой 657 миллионов. Но сейчас, как видите, мой баланс уже больше 800 миллионов. Короче, давайте обо всем по порядку. Надеюсь, вы помните, как в прошлой серии мне выпала новая тачка с первого же ларца. Я, в общем, решил ее активировать, немного покататься, ну и, естественно, продать, пока она не упала в цене. Вот, кстати, пацаны, если у вас есть лишние 100-110 миллионов, то советую купить именно эту тачку Pagani, потому что, наверное, это лучшая машина на Аризоне по управлению. Но это, конечно, если вы не такой криворукий, как я. Ладно, перемещаемся на автобазар. Эту тачку я решил поставить на аукцион за 110 лямов. Ну и через полчасика посмотрим, за сколько она в итоге уйдет. Кстати, первую же ставку сделали прям сразу же. Это хороший знак. Полчаса спустя больше ставки никто, к сожалению, не делал. Ну и в итоге моя машинка с единственного ларца улетает за 110 миллионов. Как вы думаете, пацаны, окупился? Сейчас давайте посмотрим на список наших целей. Ребят, отвлеку вас на одну секунду от этого видоса. Я думаю, ни для кого не секрет, что я собираюсь после этого пути запускать новый и, скорее всего, на этом же аккаунте. Так вот, прямо сейчас я в своем телеграм-канале вместе с вами обсуждаю, какой можно запустить следующий путь. Поэтому, пацаны, если вам не лень, пожалуйста, зайдите в мой телеграм-канал, подпишитесь и поучаствуйте, напишите какие-нибудь свои варианты, предложения. Обязательно все прочитаю, подписывайтесь и продолжаем смотреть это видео дальше. Сейчас давайте посмотрим на список наших целей. До конца пути мне остается целиком прокачать в своем баре Орла и Решку, а также задонатить 100 миллионов в благотворительность и выбить переносную грядку на ферме. Я так думаю, что последние две цели я сохраню для следующего пути. Ну а улучшение бара я могу добить уже прямо сейчас. Последние примерно 50 миллионов я заработал на продаже своих ненужных аксессуаров и скинов. Это и обычные хот-доги и рога из складов, и скин Саб-Зира из Battle Pass, мои старые наушники AirPods на плюс 7 и так далее. Все эти аксы я выставил на продажу по вот таким вот ценам, ну и по традиции пошел просто АФКшить и ждать. В итоге вот, почти все товары у меня успешно купили, ну и можно фиксировать на балансе 814 миллионов вирт, и этого мне уже хватает на все улучшения бара. Полтора года, пацаны, мы двигались к этой самой цели. Уже через пару минут, ребят, мы с вами официально прокачаем наш бар до конца и официально закончим наш путь. Но сначала... Пока пробежит этот бомжик. Но сначала я хотел бы пройтись по всему своему имуществу и посмотреть, чего я добился за все это время. Насколько сильно за это время мне удалось прокачать свой аккаунт без админки и без единой капли доната. Начнем со статистики. Во-первых, я добился 114 уровня. Если бы можно было бы как-то посмотреть, сколько всего часов я отыграл на Аризоне, было бы очень здорово. Но, к сожалению, по-моему, этого никак не посмотреть, поэтому ладно. Прямо сейчас, если сложить все мои деньги, которые у меня есть на аккаунте, это выйдет чуть больше 1 миллиарда. Также, кстати, вот такой вот сетик. Можете посмотреть на все характеристики моих аксов. А вот, кстати, и они. Кстати, зацените, пацаны, вообще сет моего персонажа. Мне кажется, прям топовый. Ладно, поехали дальше. Из недвижимости на моих аккаунтах есть, во-первых, 4 дома, в двух из которых у меня есть фуловые майнинг-фермы. В первом доме майнинг-ферма 7 уровня, а во втором 5. И обе не работают, потому что мне как-то лень крафтить охлаждайки. По автопарку я вам ничего особенного не покажу. Это самый обычный велик. Вот этот Renault Duster, который мне когда-то уже давно выпадал за какую-то ачивку. Легендарный автомобиль Султан. Ну и, конечно же, тачка из ностальгического ларца Mitsubishi Eclipse. Ну еще около моего особняка на Вайнвуде есть собственный КПП. В этой будке должен быть охранник, но я его отправил в отпуск. Короче, домик охраняется, все под контролем. Дальше, ребят, вот в этом списке навыков мне на самом деле есть чем погордиться. Во-первых, навык дальнобойщика 620 опыта. Это означает, что примерно рейсов 300 я проехал на этой работе. Навык таксиста и навык развозчика продуктов у меня максимальные. Навык пилота тоже у меня фуловый 900.
527 рейсов я всего совершил. Из них больше 500 я совершил на частном самолете, который я недавно продал. Ну и, наверное, мой самый любимый заработок — это кладоискательство. 207 кладов я нашел за все это время. И, кстати, уже совсем скоро я смогу получить восстановленную карту кладов за достижение, в котором почему-то я нашел всего 117 кладов. Помимо этого, на моем аккаунте у меня есть бесконечная ДД-випка, которая, кстати, даже не было в списке наших целей, я ее просто так купил за 500 миллионов. Ну и, конечно, самое дорогое, что есть на моем аккаунте, это, естественно, бар. Короче, ребят, если я все правильно подсчитал, то мне хватает всех моих денег, которые есть у меня сейчас, чтобы прокачать основное улучшение в этом баре на Орла и Решку до самого конца. Сейчас у меня 69 уровень из 150, максимальная ставка 7 миллионов. Ну и просто, ребят, посмотрите, насколько быстро мои деньги будут сейчас улетать. Мне кажется, этот уровень я буду повышать минут, наверное, 10. Уровень 100. Я потратил уже примерно 310 миллионов. Максимальная ставка на данный момент 10 миллионов 100. И на очереди у меня еще 50 уровней. 145 уровень, 146, 149 и, наконец-то, 150. Все, бар целиком улучшен. Улучшение Орла и Решки 150 из 150. И максимальная ставка в моем баре теперь 15 миллионов, как во всех топовых барах. И вот за эти 3 минуты я потратил 800 миллионов. Все, у меня 4 ляма налички осталось. Ну и все, ребят, ради этого момента я прошел целый путь в 70 серий. Даже вот этот парень сейчас в шоке. А, нормально, говорю, все. Теперь можно сказать, что мой бар официально один из самых топовых на Аризона Каса Гранде. Но играть-то будут все равно, конечно, в 165-м. Ребят, всем привет! Это первая серия того самого пути, который я начал планировать еще полгода назад. Все, обмениваем гражданские талоны. Я просто не мог ожидать, что сегодня мы купим премиумку. Ну и покупаем нашу последнюю видеокарту 5 уровня за 15 миллионов. Пацантре, всем привет! Это наша 51-я серия пути и... возможно, она станет сегодня последней. Это не кликбейт, у меня действительно сегодня слетел мой бар номер 5 на кассе Гранде. Блин, ребят, сорян, я заговариваюсь, потому что реально, это уже час ночи, я уже собирался спать, и мне падает самолет. Это мой новый сет с заточкой на плюс 50. Каждый аксессуар у меня заточен минимум на плюс 7. Ну и все, ребят, ради этого момента я прошел целый путь в 70 серий.